Дело было в середине лета. Одним чудесным июльским утром на зеленые лужайки вокруг местной церквушки в предместье Праги вдруг начали съезжаться старинные автомобили. Их было не 10 и даже не 20, а более сотни. Они были самые разные, разноцветные, разнообразные, величавые кадиллаки и гордые мерседесы, работяги Форды и скромные Шкоды. Были и мотоциклы, и даже один гибрид между автомашиной и мотоциклом, так называемый «Велорекс». Такое имя намекало, что это мотоциклетный король, уже почти автомобиль, но, откровенно говоря, это всего лишь трехколесная мотоколяска, правда, обтянутая дерматином. Император Австро-Венгрии Франц Иосиф I из династии Габсбургов, правящий долгих 68 лет, был известен своим консерватизмом, приверженцем простоты быта, щепетильным отношением к этикету и традициям. Сам себя он называл последним монархом старой школы. Император весьма подозрительно относился к бурной промышленной революции, полагая, что легко можно прожить и без этой массы грохочущего и огнедышащего железа. Он отказался от того, чтобы провести во дворец телефон, и с большой неохотой согласился на электричество. Поэтому нет ничего удивительного, что однажды он провозгласил: «Нет никакой необходимости осквернять наши чудесные альпийские пейзажи уродливыми фабриками и заводами. Пусть механической мастерской империи будет, скажем, Чехия». Так и сделали. После Первой мировой войны Австро-Венгерская империя распалась, Чехословакия вошла в первую десятку стран с наиболее развитой промышленной технологией, а Австрия осталась любоваться своими девственными Альпами. Откуда, спросите вы, эти десятки старинных артефактов? Дело в том, что в Чехии сильны технические традиции, здесь много коллекционеров всех видов техники. Есть целый ряд технических музеев, в стране сохранилась масса старинных технических памятников, многие из которых в отличном состоянии действуют, привлекая туристов и вдохновляя молодежь на техническое творчество. Например, в Пражском музее авиации в Леднянах собрано 275 самолетов, начиная от исторических ветеранов начала XX века. 110 самолетов выставлено в экспозициях, остальные находятся в хранилище и реставрируются. Вход в музей бесплатный. В 2020 году прошла всемирная статистическая перепись исторических автомобилей и мотоциклов. В ней приняли участие 55 тысяч владельцев 120 тысяч штук автомототехники со всех пяти континентов. Чешские любители и коллекционеры, как оказалось, занимают среди них весьма достойное место. Чешская федерация клубов исторических автомобилей и мотоциклов объединяет 170 клубов и более 6 тысяч владельцев старинной автомототехники старше 30 лет. 90% членов клуба принимает активное участие в выставках, слетах, соревнованиях, автопробегах. Средний возраст такой техники в Чехии составляет 56 лет, мотоциклов 64 года. Средняя цена покупки исторического автомобиля 346 тысяч чешских крон или 14 тысяч евро, мотоцикла 103 тысячи крон или 4 тысячи евро. Ежегодно в стране проходят десятки слетов исторических транспортных средств, автопробегов, выставок. С одним из таких мероприятий мы вас сегодня и познакомим. 17 июля 2021 года в предместье Праги под названием Клановицы состоялся очередной слет исторических автомобилей и мотоциклов, известный как «Мемориал Рудольфа Утешила», предпринимателя, застройщика, как сегодня бы сказали, девелопера первой половины XX века и активного члена тогдашнего чехословацкого автоклуба. Здесь, в Клановице, он построил курортный объект в первую очередь для своих соратников по автоклубу. В полдень отсюда начнется автопробег длиной 40 километров с тремя остановками, во время которых водители исторических автомашин, многие в не менее исторических одеяниях, примут участие в различных конкурсах. Ведь сегодня здесь оценивают не только внешний вид и способность передвигаться этих автомототранспортных средств, но и знания и смекалку их обладателей. А теперь мы не будем отвлекать ваше внимание и предлагаем просто полюбоваться этими шедеврами техники, сохраненными их владельцами, людьми неравнодушными и умелыми.